дал белому поесть. Пришла лиса. Сейчас заберет свою часть еды. Вот. Рыбная диета. Хорошо заходит. Алиса, нет? Ты все уже, рыбу съела, больше не хочешь? Смотри, как белый хорошо ест. А? Нет. Это уже вторая порция, так что Алиса благосклонно отказывается. Пойдем, пойдем, я с тобой. Лиса на льду. Не боишься провалиться-то? Хорошая солнечная погода. И Алиска где-то смотрит, что у нее есть в нычке. Ее. Как только начал давать рыбу, так все нычки за ночь вырываются. То есть находятся все мясные запасы. Вот. В данный момент Алиса, например, именно это делает. А, печенька. Это даже не... Это печенька. Это очень... Не-не-не, я близко не подхожу. Утром, конечно, сладенько это. Вот. Правильно. Сначала надо заныкать печенька. А потом утром его съесть. Чайку тебе налить, Алис? О-о-о-о. А пока Алиса ест печенька, вы можете наблюдать моего незримого, как это, второго оператора. Видите, вот он. Вы думали, что он там ест? Нет, вот он тут сидит рядом. Белый, что такое? Что? Что? Погладить? А, перепрыгнул через ногу, полез вперед Макса. Да. Все, спокойно. Это я пришел домой. Собаки так встречают. Надо обязательно погладить одного, второго. Конечно, тихо. Чтобы вы бьетесь головой друг об друг. Спокойствие. Вот. Когда гладишь одну собаку, обязательно вторая прям под руку лезет. Видите? Вот это такая как бы стандартная практика. Вот, чтобы погладили его. Такое переключение с одной собаки на другую. Вот Алиса нормально подбежала, посидела 2 минуты буквально, чтобы ее погладили, и потом растворилась в ночи. Наверное, кого-нибудь опять ловит. Сейчас мы ее найдем. Алиса, а вон она ходит. Давай, иди сюда. Понятно. Да, конечно, ясно, что ты хочешь. Привет. Оп, у Алисы сегодня хорошее настроение, так как вчера, позавчера, я так понимаю, была смена погоды. А девушка очень сильно реагирует на погодные условия. Что ты там? Ты там что-то закопала под кухней, да? Ну, показывай. Что там такое? Что ты там закопал? Кого-то припрятала. Явно.
Можно мне? Нет? Чуть-чуть. Оп! А, это твое. Вот так лиса реагирует на незваных гостей. Я все-таки покопаю чуть-чуть. Нет? А, ты вредная какая. Особенно ей не нравится, когда туда под эту площадку лазит белый. Это она вообще просто... Что такое? Нельзя? Нельзя? Твое все здесь? Ну ладно тебе, только что и гладилась, и на спину падала. Ну сейчас. Так. Все сразу ушли. Где? Алиса, я уже боюсь даже. То сейчас как засуну телефон, а там нет, уже никого нет. Так, а что там такое? Там, кажется, перчатку кто-то спер. А вот и Алиса. Ну что? Может быть, все-таки поговорим? Не будешь думать постоянно о еде, Алиса? Нет? Ой-ой-ой. Пойдем. Что там у тебя? Куда-то зовет. Ну что, все, я пришел. Слушай, ты так хорошо ешь печеньку, Алиса, что нужно еще одну будет дать. Сначала то есть, забрать с кухни печенька, его спрятать в листве, а потом, когда вот утро, откопать и съесть. Любит утром сладкое поесть. Ой. Мне кажется, она тебе. Да. Опа. О, белого сдуло. А Алиса пошла по своим делам. Все, ушла. Эй, ты опять здесь? Молодец какой, а? Ну пошли, пойдем. Куда мы пойдем? Туда? Нет, туда? Давай, пойдем, бегом. Пойдем. О, и грун тоже. Вы же не видели никогда, как я с белым играю? Вот так. А он прыгает. А вот так Алиса с ним играет. Да. Что? Давай. Я знаю, ты вредная, но иногда все-таки даже вредная Алиса дается погладиться. Нет, нельзя. Но чуть-чуть. Садись. Ой, уши прижало. Вот видите, у нее усы в разные стороны. И это значит злая морда. Ну что такое? Ой. Ухо потрогать нельзя. Второе. О. Добрее. Да. Страшное дело. Поиграем? Кто там? А, там белый. Белый, иди сюда быстрее. Не-е-е. Собака Баскервилля ждет. Боится вот эту маленькую рыжую морду. Ой. Ты зеваешь? Ты спала? Давай, я тебя поглажу. Погладить? Нет, ты скрипеть будешь. Вот смотри, что это? Кусать будешь? Нет. Не кусача. Ну давай поглажу. Ну, да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Вот так мы находим общий язык. О, да. Ну хочется же погладиться. Вот тут.
Тут сама ногой не погладишь. Не почешешь. Засекаем время. Все. Хватит. Какой ты вредный. Да. Ну ладно, все. Что там?